Ну что, ребятушки, называется кайфани. Это микроволновка с функцией вытяжки. Два в одном. Огромная. При этом ценник вполне более чем адекватный. Тоже огромная микроволновка. Внизу вытяжка. Также вытяжки. И все отдельно. Самые дешевые. 99 с картой 80. Если подороже, по 450. Это в Икее. Духовки. Духовки, ну, для них, наверное, недорогие. Это опять же встраиваемая техника. Вот встраиваемые микроволновки, но они уже без функции. Без функции вытяжки. Огромные. У нас таких просто я не видел. Это вот рука до локтя на вытянутых пальцах. У нас таких не бывает. Так. Это электрические. Электрическая плита. Она вряд ли индукция. Так, это... Вот это, вот это, скорее всего, уже индукционная будет. Не вижу, где. Да, это индукционная. Индукционная. 1099. Сейчас газовые посмотрим. Вот газовые. Уже огромная духовка. Вот это очень крутая штука. Это как на гриле. Жарить можно. Тоже 900, 950, а это 730. А вот бюджетный вариант. Бюджетный 530. Ну, здесь и металл такой, такая вот. Не очень приятная. Но большая. Вот по качеству, но очень маленькая. В сравнении очень маленькая. Цена 780. Здесь уже чугунные. Здесь